Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск Super Easy Russian. В этот раз мы решили спросить у московских прохожих ответы на самые простые вопросы, которые обычно задают, чтобы узнать людей получше. Например, как вас зовут, какой у вас возраст, чем вы занимаетесь. Это видео было записано нашим любезным и отважным коллегой из команды 1420. Давайте посмотрим. Первый вопрос – как тебя зовут? Или как вас зовут? Или как твое имя? Или как ваше имя? Можно спросить просто, но не очень вежливо – кто ты? Или кто вы? Например, я – Никита. Меня зовут Дарья. Меня зовут Влад. Меня зовут Маргарита. Меня зовут Александр. Меня зовут Кирилл. Меня зовут Валерий. Меня зовут Михаил. Вадим. Григорий. Дмитрий. Никита. Ольга Дмитриевна. Денис. Юра. Даниил. Анастасия. Олег. Ой, я не помню, еще человек, я не хочу. Флора. Флора. Флора Григорьевна. Очень красивое имя. Сколько тебе лет? Или сколько вам лет? Мне 40 лет. Мне 29 лет. Мне 30 лет. Мне 23 года исполнилось в прошлом месяце. 32. 14. 27. 17. 73. 17. Исполнилось 20 буквально неделю назад. Мне 18 лет. 87 полных. Мне 16 лет. Вот. Через месяц будет день рождения, будет 17. Вот недавно 18 исполнилось. Буквально в субботу. Мне 17. Мне 18 лет. 65. Где ты учишься или работаешь? Где вы учитесь или работаете? Чем ты занимаешься? Чем вы занимаетесь? Я работаю журналистом. Я учусь в третьей школе Подольска. В стройке, в строительстве. В 11 классе учусь, в гуманитарном профиле. Подрабатываю в переходе иногда. Учусь в колледже, на втором курсе дизайнера. Я продавец-консультант в магазине цифровой техники. В сфере закупок. Я инженер-строитель. Я строитель, работала в строительном главке. В Министерстве обороны были такие военно-строительные войска. Их называли стройбат. Тоже народ называл презрительно. Я учусь в Московском колледже бизнес-технологий в Москве. Вот. На системного администратора. Я учусь в Московском колледже бизнес-технологий. Продаю детские игрушки. Учусь в Академии финансов. Не работаю пока что нигде. Я пенсионер. Я уже нигде не работаю. Раньше много где работал. Последний продюсер центр Григорий Лепс. Генеральный директор. В институте ГУ. Я работаю в школе. Я учитель. Я учитель английского языка. Сейчас очень холодно, и мои пальцы с трудом попадают по экрану телефона. Но даже в таких суровых обстоятельствах я не могу оторваться от специальных упражнений, которые мы готовим к каждому выпуску, чтобы вам было веселее и проще учить русский язык. Проходите по ссылке в описании, занимайтесь вместе с нами, а также поддерживайте нас, чтобы мы могли снимать для вас новые видео. Откуда ты родом? Откуда вы родом? Где ты родился? Где вы родились? Или просто... Откуда ты? Откуда вы? Я родился и вырос в Москве. Родилась где? В Немчиновке под Москвой. Из Подольска. Из Москвы? Москва. В Ростове-на-Дону. Из Московской области родился, из России. Я из города Курск,
Это на юге от Москвы немного, 700 километров. Челябинск. Саранск. Я родом из Татарстана, город Нижнекамск. Родом я из Краснодарского края. Родился я здесь, потом с семьей переехали в город Чехов, 70 километров от Москвы. Родился в стране Казахстан, переехал в Волгоградскую область, далее оттуда переехал в Саратов, и из Саратова уже в Москву. Я родился в Москве. Родом из подмосковного города Клин. Из Москвы. Из Москвы? Я родом из Москвы, из России. Где ты живешь? Или где вы живете? Сейчас я живу в Риге. В Подольске. В Москве. Я тут недалеко, на Академик Королева. В Майстре. Сейчас живу в Москве и работаю здесь же. Москва. В Москве. Я проживаю в Москве недавно. За издательство в Москве, да, я всю жизнь, 100 лет в Москве. Я живу рядом с главным ботаническим садом Российской академии наук. Есть квартира съемная в Москве, но преимущественно я нахожусь в Чехове. Город Мытища. Я живу в Москве. Ух, я живу на, это получается, северо-западная часть Москвы, если поделить по областям. Здесь, на Красной Пресне. В Москве. Я живу в Москве, в Южном округе. Какое у тебя хобби? Какое у вас хобби? Чем ты увлекаешься? Чем вы увлекаетесь? Я увлекаюсь мотоциклами, литературой, путешествиями и разговорами с людьми. Хобби? Вот сейчас обучаюсь пению. Вдруг решила. Не очень получается пока, но... Поскольку в нас верят, обязательно получится. Не сомневаясь, ни сколечко. Я люблю играть на гитаре. Каждый день хожу в музыкальную школу. Собираю модель. В основном работой. Ну и автоспортом немножко. Музыка. В группе играю на гитаре. Скейтборд рисовать. Я вяжу, играю на гитаре. Делаю различные игрушки, вязаные. Читаю много, люблю читать. Много хобби. После работы, в выходные, в отпуск. Иногда на работе повязываю, например. Играю чисто для себя, для души, поэтому. Пою иногда, в караоке чисто с друзьями. Наверное, основное – это настольные ролевые игры и вышивание крестиком. Ну, например, тоже D&D, Dungeons and Dragons. Я люблю заниматься спортом. Различными видами спорта. Хобби – бокс. Я на данный момент кроссвордами увлекаюсь, чтобы занять себя. Ну, я работала, семья, это все. Некогда было хобби никакого заниматься. Я не спортсменка. Вот просто ходила на работу, работала. Приходила домой, домашние дела делала. Кормила мужа, семью. Я увлекаюсь программированием. Вот, учусь сейчас на системного администратора. Это преимущественно мое хобби. Вот. Также у меня сервер в Майнкрафте. Вот. Все. Люблю смотреть сериалы. Мое хобби – программирование, системное администрирование и веб-дизайн и веб-разработка. Коллекционирование марок, пилотерия. Хобби – я обожаю пентестинг, искать уязвимости в системах, всяких киберсистемах. Бить татуировки. Мое хобби – это вокал. Я хожу на уроки вокала и пою джаз. Вот так московские прохожие смогли описать себя, отвечая на самые простые вопросы. Расскажите о себе и вы в комментариях. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, если вам понравились наши видео, и до встречи в новых выпусках.